Друзья, всем привет. Вышли побродить чуть-чуть. Хотел сказать, с первыми лучами, но уже далеко лучи не первые. О. Услышал, как сосед шаркает. И вот этот звук испугал. Так, Родик, ты куда? Ты куда лезешь ты? О, слышали, дверь бахнули. Они сейчас его испугали. Чего ты? Как ливерную колбасу. Рычать так мы умеем. Все, успокоился. Так. Все новое. Все какие-то запахи. Травка. Бывает так бодренько носится. Бывает просто так вот изучает. Это его посадил на скошенную траву, потому что траву надо косить. Все никак не получается, времени нету. Ну, я же говорю, рыжий конь. Траву ест. Дай сюда. Ладно, комочек рыжий. Пошли с тряпочкой, будешь ираться дома. Пошли. Сэмик. Сидит на мангале. Балдеет. Наелся жаб. Или птичек. Делает вот так. Ух ты, рожа довольная. Кисюня. Надо будет сегодня затрепать. Два кабачка уже выросло. Один где-то там еще второй. Вон там. Виднеется. Ого, а он какой желтый здоровый. Так. Сегодня будут у нас жареные кабачки. О, как красиво цветет. О, какой же арбузик. Вот моя рука. Он уже такой. Ух, люблю кашу гарбузовую. Рисовая каша с гарбузиком. Гарбузиком, первая буква Г. Сладенькая такая. Туда немножко ванильки. Ух, подождем, пока вырастет. Пахнет чем-то. Что-то цветет. Вот еще какие-то листики, вернее, цветочки озерные. Собаку с собой не беру. Он, в принципе, чувствует себя хорошо. Просто что-то с лапой сегодня щупал. Но не могу ничего нащупать. Такого визуального ничего нету. Я думал, может, чем-то наколол. Он все, бежит, радуется, только на трех лапах. Я его не беру с собой. Пусть лежит, отлеживается. Опять с утра обработал ему. Вот. Думаю, все будет хорошо. Не думаю, я уверен, все будет хорошо. Уже с утра жарко. Сейчас где-то 26 градусов с утра уже. Представляете? Что у нас будет днем? О. А, понятно. Вот так их и ловят. Очень близко меня подпустил он. Оп. Нырки, видите, молодые, уже научились нырять. Черепаха. Одна вон там была. Вынырнули. Вот вторая черепаха, голова торчит. Дышит воздухом. Ой, а малька сколько. Ой-ой-ой. Хоть бери так жмынями его черпай. Не знаю, будет вам видно или нет. О, ловит. Чайки ловят. Я попробую приблизить. Кишит прям его. Ну это себель. Да. О как. Надеюсь, вам видно его. Может, и не себель, Бог его знает. В общем, будет сегодня жарко. Чуть-чуть начинаешь что-то делать на улице, все. Само сразу, мгновенно так. Наверное, не хочется дальше ничего делать. Нет, это не черепаха. То что-то всплыло, какой-то корешок. Ладно. О, Маша, ты здесь? Да, я тут.
Хорош там вылизываться ты. Масяня. Помните, такой мультик был? В 90-х. Не, в нулевых. Нулевых. Масяня. А он Кисюня. Еще один. Добрался до берега. Сын. Чего? Домой идешь? Что, не видно? Домой идет. Ладно, друзья мои, пойду и я. Всем тихого мирного дня. Всем здоровья, благополучия. Остаемся на связи, друзья. Всем пока.